ждем погоды. Угостите, две ложки дайте супу. Конечно. Ну вообще нормально кормят? Да. Кормят вкусно. В обед. И ужин. И ужин, да? Да. А завтрак дома, да? Да. Ранний завтрак, потому что не 6-7. Ну, если так кормят, то хорошо. Практически так. Ну, да, и кормят. Я вспоминаю, я тоже своих кормил так. Суп, ну разный суп. Это что у вас? Горох с горошком. Горох, да. И котлета? Да. Мясная? Да. Мне одну ложку. Трясущие. Не оставите. Зачем оставите? Нельзя оставлять. Ну, приятно. Приятно, что ничего не было. Я попробую. Тут там аккуратно. Ну, ничего. Пусто. У меня тоже так готовят. Может, еще кто-то хочет? Есть, я желаю. Если есть желающие, подходите. Подходите. Да. Советую попробовать. Алена, ты хочешь есть? Ну, что-нибудь бы попробовала. Сейчас организую. Алена, горячая. Ну и стандартно, вот видите, построение звена на уборке. Здесь это как кучинаж, комбайн, обязательно идет пожарное прикрытие, либо сотрудник МЧС, за что спасибо, либо обязательно. А сколько комбайнов работает? Вы звеном так и работаете все время, да? Да, в большинстве своем. В основном, да? Да, на РАПСе работаем те, кто с РАПСом столом. 7 рабских столов в хозяйстве, 12 комбайнов фактически мы справляемся, чтобы переработка успевала, то есть всем достаточно. И вот последние 24-10 тоже с рабским столом уже. Это. Ну вы пробовали сегодня молочек? Да. Какая влажность себе? Около 23 пока было. Забили колосовой, пока подождем. Ребят, спасибо вам. Действительно, суп хороший. Очень вкусно, да? Да, всегда вкусно. Спасибо.